Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Вторая линия». Если кажется, что кинобоссы экранизировали уже все, что было можно, вы просто не знаете про Тимура Агабекова и его аудиосериал. Недавно боссы показали нам премьеру психологического триллера «Вторая линия» на премьер, в основу которого легла история, рассказанная Тимуром в аудиоверсии. Главную роль в сериале исполнил Егор Корешков. В принципе, это практически единственная роль, поскольку все события разворачивались вокруг главного персонажа. Зрители оценили первые серии, они их заинтриговали. Так как сериал не получил логического завершения, то новых серий стоит ожидать не ранее весны 2024 года. Если вам понравился сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.